Замечательное мероприятие. Мы все с братьями-казаками кубанскими и донскими собираемся принять участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, что Спаситель воскрес для нас. И этим крестным ходом мы хотим прославить нашего Спасителя и показать всем жителям нашего города, что мы вместе, мы с вами. И мы хотим участвовать во всех мероприятиях. Все, у кого шарики, будут искать. Не так, чтобы все было. Зачем закажи? 8 мая, день, так сказать, празднования, начало празднования победы, так сказать, в Великой Отечественной войне, наша станица принимает участие в охране детского крестного хода. Очень знаменательно и радует, что это будет первый детский крестный ход в Волгограде, который будет осуществляться совместно с нашей епархией. Вот. Его будут проводить храм Иоанна Кронштадтского и его прихожане. Очень радует, что во многих, так сказать, семьях уже появилось достаточное количество детей, именно православных, чтобы можно было даже выйти на детский крестный ход. Это говорит о том, что православие наше поднимается наше казачество. Поэтому это всегда отрадно. Это говорит о том, что наша Родина, наша отчизна будет жить и существовать дальше. Этот крестный ход позиционируется как детско-юношеский. И, конечно, так сказать, участвуют дети в нем совместно со своими родителями. Поэтому понятно, что только с их согласия. Но это опять же говорит о том, что достаточно много православных людей, и православных людей, у них очень много детей появляется. Поэтому достаточно для того, чтобы пройти к крестным ходам. Вот. Ну, это всегда радует. Это всегда радует. Фотографируют, деньги получают, да? Суп 10. Мне отрадно, что здесь вот, в православной вере собираются не только вот, старшее поколение, но еще и молодое. То есть мы видим, что православная культура живет до сих пор и причем возрождается. И вот крестный ход, он рассматривается с позиции как праздник. То есть это новый формат, так скажем. И все в этом формате, вот сейчас вот с шариками, такая атмосфера царит здесь. То есть совершенно другой формат православия. Мне кажется, что это очень отрадно, что родители именно заботятся о будущем своих детей тем, что прививают, так скажем, православие, показывают на себе пример детям своим, что православие – это доброе, светлое чувство, которое нужно передавать дальше и своим детям впоследствии. Вот наши старики. Вот они. Спасибо большое.
Держи, thank you.
грешнице водится. Сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся. Thank you.
Было ознаменовано молитвой. Также моего с вами сейчас окончание крестного
входа ознаменуем также пасхальной молитвой, и далее будет вам предложена праздничная программа. Христос воскресе! Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровав. Thank you.
крестный ход – это такая вот, знаете, весть, которая должна выйти за пределы. Как говорит Господь, от избытка сердца говорят уста. И Пасха Христова, и крестный ход – это такая возможность, такое желание возвестить всему миру. Миру, может быть, который потерял надежду. Миру, который, может быть, потерял ориентиры. Миру, который, может быть, не знает противоядия от всего того, что нам дают кушать с экранов телевизора и с других средств массовой информации. Нет у человека противоядия. Все люди хорошие. Но где найти противоядие? Где найти победителя? За кого ухватиться? За кем последовать? Крестный ход на этот вопрос отвечает двумя словами. Христос воскресе! В исполнении хора прихода храма святого праведного Иоанна Кронштадтского прозвучат тропари Пасхи на греческом, латинском, немецком, французском и арабском языках. Каждый тропарь отражает особенности музыкальной культуры той страны, на языке которой он написан.
том, что Иисус воскрес, великой радости небес. Христос воскрес!
День – это ты. Дивно славит Бога птичьи голоса, как прекрасны все твои весной мгновенья. В их многоголосье слышится весна. Слава Господу, пришло и к нам спасенье. Как идет крестный ход по парку, какая мощь была, какая благодать. Моя душа радовалась, у меня трое детей. И я рада за каждого ребенка, который шел с Богом в этот праздничный день. Пока дети с Богом, наша страна будет жива, наш народ будет жив. Если дети отойдут от Бога, это будет большая беда. И пока дети говорят «Христос воскресе», это счастье. Значит, мы, как родители, хотя бы самую чуточку что-то смогли дать своим детям. Христос воскресе! Я мама, я с рождения вожу детей в храм. И считаю, что если у ребенка нет ничего, нет никакой веры, и когда-то он придет к Богу, это неизвестно еще, куда он придет. Должно быть с молоком матери впитана вера. Тогда это всегда будет с человеком. В любой момент, в сложный, в хороший, вера будет с человеком. А если отдать на произвол судьбы, как сложится, неизвестно, куда заведет его жизнь. И когда он придет к Богу, гораздо лучше, если он придет маленький, юный в храм, а не взрослый. Богородицу отдали маленькую. И мы должны своих детей, по примеру Божьей Матери, рано приводить в храм. Я считаю, что то, что с Богом, это добро, а что не с Богом, это зло. И не может быть с Богом зло. Это не может быть. И не надо бояться идти к Богу крестным ходом,
просто в церковь зайти, это не страшно. А вот страшно идти к чему-то плохому. Thank you.
А что касается вот самой идеи, идея, знаете, вот не зря говорят, читать нужно больше. И вот как-то в руки попала замечательная книга о Александро-Невском братстве, о священномученике Вениамине митрополите Петроградском, где описываются годы безбожия, годы гонения на Церковь Божию. И вот в эти трудные, казалось бы, невероятно трудные моменты истории священномученик Вениамин, у него рождается такая идея провести на Пасху детский крестный ход. Я когда это читал в преддверии пасхальных дней, вы знаете, эта мысль, которую подал священномученик Вениамин, на самом деле легла на сердце. Вот. И с этой мыслью обратился к нашему владыке, правящему архиерею митрополиту Герману. Он поддержал. Ну и дальше уже стали, конечно же, об этом размышлять практически. И вот сегодня неделя Антипасхи, неделя апостола Фомы. Вот как раз и день, наверное, такой символический. Вот, потому что вера, она нуждается в укреплении. Вот задают вопрос, сегодня буквально задавали вопрос, а какая цель крестного хода? Вот мне бы тоже хотелось бы сказать о цели крестного хода. Но мы с вами знаем, что крестный ход – это прежде всего шествие. Выход из места, привычного места, где совершается богослужение. Мы знаем, что крестные ходы совершались в истории Церкви очень много раз и по разным случаям. В некоторых случаях это когда был враг у ворот, когда беда у ворот, когда пагубы, болезни, тогда совершались крестные ходы. Но мы знаем с вами, что крестные ходы совершались и по случаю великой радости. Пасха – это праздников праздник, это торжество из торжеств. И как говорит Господь, что и мысль святоотеческая, что от избытка сердца говорят уста. Церковь, по Слову Божьему, она не должна замыкаться внутри. Говорит Священное Писание, идите и научите, идите и проповедите. Вот крестный ход сегодняшний. Сказать о этой великой радости. Сказать о том, что в этом мире зараженном, очень много же мы с вами знаем, что очень много, скажем так, того, что заражает, отравляет жизнь человека. Это и телевизор, и много различных средств массовой информации. Яда много, а противоядия для людей практически не существует, не знают они об этом. И вот этот крестный ход, Пасха Христова, вот мы возвещаем эту великую радость. Где черпать силы? Где искать? Откуда начинать свой путь, если потерялся, если заблудился? Наверное, все вместе и было целью сегодняшнего крестного хода. А еще сегодняшний крестный ход мы позиционировали, как изначально предполагали, как детско-юношеский, а потом он выкристаллизовался в такое название, как семейный крестный ход. И вот на этом крестном ходе мы что могли видеть? Мы видели поколения. Младшие, старшие. А семья – это есть та возможность, то место, где возможно передать этот вот святой образ жизни. Вот, конечно, это тоже было одной из целей, чтобы сказать о семье, о традиционных ценностях, о том, что нужна нам семья. И главное воспитание совершается не в школе, не в институтах. Главное воспитание начинается, конечно же, в семье. Взращивается Господь своей божественной благодатью через церковь, через ее таинство. Но вот все это и было сегодня. Во всяком случае, мы старались именно в этом смысле, именно для этого и провести крестный ход во славу Божию. Христос воскресе. Крестный ход – это как, вот знаете, как евангельская притча, когда идешь по территории, по полю и сеешь. Сеешь, ну, как можешь, насколько хватает сил и всего того, что Господь дает. А хочется пожелать, чтобы прошли мы достаточно большой путь.
Достаточно много людей приняло участие в этом крестном ходе. Хочется пожелать, чтобы эти семена упали на благодатную почву, чтобы не отравляли мы свою жизнь грехом, а если и сбились с пути, чтобы знали, к кому вернуться, к Христу воскресшему. Да хранит вас всех Господь. В этом крестном ходе объединяются все люди, все человечество, все народы во всех крестных ходах. И сегодня этот крестный ход показал, что объединилось очень много народа с нашего Краснооктябрьского района. Это очень замечательное мероприятие. Оно объединяет нас в добре, в счастье, в радости, в любви. И, собственно, поэтому мы решили принять участие в этом крестном ходе и принять участие в этом замечательном мероприятии, посвященному празднику Пасхи и наступающему празднику Победы 9 мая. Мы очень рады. Родители большие молодцы, потому что они показывают пример своим детям, младшему поколению. Они показывают им, предоставляют эту возможность замечательную пройтись в этом крестном ходе. То есть, если родитель будет совершать подобные поступки, значит, и дети в будущем будут помнить эти праздники, которым посвящены этот крестный ход. Ну, я думаю, ребят, какое оно? Волнение, еще какое чувство. Радость, еще какое чувство. Счастье, наверное, переполняло вас, да? Много народу было. Перед ними вам весело было выступать? Да. Интересно? Как вы думаете, понравилось ребятам? Да. И понравилось вашим родителям? Да. Конечно, понравилось. Вот такое вот чувство. Ну, наше пожелание, конечно, самое главное пожелание – это здоровье, это счастье, это времяпрепровождение вместе с детьми, потому что наши дети – это наше будущее. Если мы будем уделять много времени нашим детям, значит, они вырастут настоящими людьми и будут помнить о таких замечательных праздниках, как Пасха, праздник Победы, 9 мая и другие замечательные праздники.